Он расколол всю массовую сцену у Городничего на балу. Хлестаков рассказывает про то, как на приеме у императора. Вот. Что и там есть текст Гоголя, что выносят на стол арбуз 500 рублей. Или 800 рублей, я сейчас не помню. Даже что 500, что 800, то есть это бешеные деньги. И обычно значит, этот самый Михаил Чехов показывал, значит, вот иногда большой, иногда приставал, ну вот, в общем, какой-то там арбуз. А однажды он, значит, сказал, выносит арбуз 500 рублей, ничего не показывает. Все насторожились. И после этого он им показывает вот так. И он взял. Потому это сейчас есть эти японцы арбузы такие выращивают. А тогда, значит, квадратный арбуз, ну это полный бред. А он сказал, что я, говорит, вдруг понял, что за 500 рублей не может быть круглого арбуза. Это небольшой должен быть, а просто несусветное. Ну вот.